Алло. Алло. Как дела? Нормально. Ты откуда? Чё? Хуй во чё, говорю, ты откуда? С Отрадного. Какого откуда ты? С Отрадного. Отрадно. Иди нахуй ты тоже. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Как у вас дела? Прекрасно. Вот вас услышалось, настроение поднялось. Вы откуда? Санкт-Петербург. Реально? Да. А где именно живешь, Питер? Зеленая ветка. Охуеть, я только прикинь оттуда. Ого. Чем занимаешься, помимо того, что в школу ходишь? А? Хуйна, я говорю, помимо того, что в школу ходишь, что еще делаешь? Лежу. Что Сплю. ищешь? Что еще У тебя делаю? парень есть? А? Парень есть? Нет. А был когда-то? Ну. И что делали с ним? Ничего. Вообще ничего? Алло? Алло. Хуя по лбу не дало, как дела? Твоей мамке дало. А, какая ты дерзкая, ты откуда? Из пизды. Реально? Ну реально все из пизды же вылезли. Да, ебать, если отталкиваться от такого, тогда ты, блядь, хуй? Ну, по идее, до пизды же хуй был. Ну прикинь, ну да, ты тоже. Ты тоже с хуя появился. Нихуя, я курди. Хуем. Вот как бы, чего ты такая агрессивная? Вот сколько тебе лет? 25. Ну вот 25 лет, какого хуя ты уже такая униженная и обиженная? Это твоя Скажи мамка мне. Вот ниже смотри, плинтуса, потом она валяется. вот снова ты трогаешь маму. Вот мама Ебло, тебе... закрой! Ладно. Вот так-то. Ты вот понимаешь то, что ты в свои 20... Ну, сколько ты весишь? 125 тысяч! Ебать, если у тебя последний кислород выходит, знаешь, ты как будто, блядь, еще последние секунды живешь, блядь. Бля, Если хватит. я перну, то крем... Если я перну, красный кремль улетит. Осуждаю. Животное ебаное. Алло. Привет. Привет. О, неужели нормальный голос? Как дела? Нормально. Ты откуда? С Казахстана. О, Казахстан, Алга. Эй, бро, я слышал, ты любишь играть в кейс, но твой инвентарь похож на коллекцию самых дешевых скинов в мире. Сейчас мы в два клика исправим эту ситуацию. Слушай внимательно и повторяй за мной. Первое. Опустись в закрепленный комментарий, хватай промокод и переходи в наш телеграм-канал. Второе. Переходи на сайт. Третье. Нажимай на кнопку «Пополнить» и вводи промокод, который я для тебя оставил в закрепленном комментарии. Четвертое. Забирай халявный скин к себе в инвентарь, а дальше либо выводи, либо подними еще 10 таких. Все зависит только от тебя. А если ты хочешь сделать свой инвентарь, как у шейха, просто поднимай любимые скины в лучших режимах на CS GO Run. Чем занимаешься? Сижу. Не, я понимаю, так по жизни. Не знаю, в школу хожу, к репетитору хожу, все. А по какому уроку ходишь к репетитору? Английский? Да, у меня один репетитор по английскому, а другой по алгебре, там геометрии, короче. Ты опять мылом для рук очком? Нет, а что? Точно? Да, что? Заебал, блядь, там хули волосы, блядь, какие-то. Да заебал, я жопу мыл, блядь, а что делать? Долбоёб, ты для рук, ебанат, блядь. Да какая разница, там отдельно я поставил для жопы, блядь, мыло. Охуеть. Да я же с девушкой общался. И что, блядь, она, блядь, у неё волосатая жопа, блядь. Да, блядь. Как тебя звали? А? Как тебя зовут? Ева. Это Ева, хватит, ты заебал, блядь, отдельно поставил я тебе по... Тем мой, блядь, жопу этим мылом, блядь, вонючим. Сука, блядь, ебаник пошел помыл, блядь, этим мылом, блядь. Волосы, блядь, вонючим, блядь. Ева, что говоришь? Ничего, я смеюсь. Она смеется, брат, ты, блядь, честно, отношения с девушкой. Кто спорт. Смеется, блядь? Такая? Ева. Ева, у тебя вот жопу мылом каким моешь? Я какой не мою мылом. Моешь, не Она моешь, говорит, я не мою мылом. А чем ты моешь? А чем ты моешь? Гель для душа. Гелем для душа. Гелем для душа? Да. Вот нет, ну типа... Ну, типа, Алена, да, есть же специальное интимное мыло. Ну, типа. Вась, какое нахуй интимное мыло? Я одним мылом и лицо мою, и жопу, и волосы мою, и руки, блядь. Когда надо будет и резину от машины. Ну, типа, интимное мыло. А что за интимное мыло, Вась? Типа, блядь. Алло. Алло, привет. Привет, привет, как дела? Что-то у тебя голос так поменялся. В моменте даже. Да у меня микрофон что-то прыгает туда-сюда. В офисе сижу, блин. Иногда ловит, иногда нет. Угу. Ты чё? Как дела? Нормально, вот я услышал, настроение поднялось. Да прямо. Угу. Наёбывай, знаешь, шаблонно. Да, я вижу. А ты откуда? Не важно. Согласен. Алло. Хуйна, как дела? Алло. Хуя по лбу не дало, как дела? Нормально. Чё ты, откуда? А тебе хуя не дала. А когда не давала, уцы, когда не давала? Сколько лет? Всегда не давала. 19. Нихуя себе, откуда ты? Из Королёва, Московская область. Охуеть, я из Хурмовой. О, заебись. Да, чё, куда топаешь? Заебись, ты далеко. Куда топаешь? Я? Да. Магазин. Нахуя? Вкусненького захотелось. Ебать, а сколько ты весишь, что тебе так вкусненького захотелось в это время?
Я? Да, нет, я, блин, ну что ты такой тупая, блин, все приди. 53. А вес какой рост? Рост? 1.60 Алло, алло. Алло. Добрый день. Добрый. How are you? Это Чурка. Что ты сказала, дитё шлюхи тупорылый? Это не я сказал. А что это сбоку, да, тебя кто-то сказал? Да. Это Чурка. Осуждаю, я твою сестру ебал. Блядь, Вась, я ж... Что с людьми, нахуй? Добрый Привет. День. Добрый день. Как ваши дела? Нормально, у вас как? Прекрасно. Сколько лет? 19. Офигеть, неужели кто-то выше 16 лет попался, прикинь? Сижу минут 40, попадается... А? Тебе сколько? 24. Нормально. Ты откуда? Омск, а ты? О, Краснодар. Че, холодно у вас в Омске? Да. 1-0. Меня Ренат зовут. А тебя? Алина. Алина, моя самое любимое имя, знаешь? Кто ты по национальности? Я чеченец, а ты? Казашка. О, о. А ты бы, слушай, мне знаешь, что интересно? Короче, мне одно интересно. Вот эти VIP-казашки-то стрижи. Ты видишь, может, рилсы, ну. Не рилсы, блядь. Они реально все такие? Ты тоже такая? Нет. А какая ты? Обычно. У тебя есть инста или тикток или телеграм? Есть. А ну, дай мне инсту твою. Ну, ты сначала здесь пообщаемся. Не-не, просто интересно посмотреть, ну. Подожди. Потом посмотрим. Подожди, не торопись. Сейчас, да, как раз таки, инста. Ай, ой, там, тут. А ну, продиктуй. Зачем? Да просто интересно, ну. Потом посмотришь. Заругай. А как тебя зовут? Алина. А когда не Алина даже? Чем занимаешься? Работаешь, учишься? Работаю, а ты? Я тоже работаю. Где работаешь? Фармацевтом. О, нормально. А ты? Я в контактном центре Сбербанка работаю. Ох, и что делаешь? С клиентами работаем, что делаем? Помогаем клиентам, центры заботы о клиентах. О, ничего себе. А этот, много зарабатываешь? Да. Ну, нормально, прилично. Ну, сколько в рублях в месяц? Ну, в месяц ракетку, а ты? 40? Да. Я в день столько зарабатываю. Нифига. Ну, я сейчас начал, да, сейчас. А? Чё так много? Ну, я сейчас начал ставить прививки людям. От бешенства? Прививки и системы. Не-не, сейчас же то, что пандемия началась, знаешь? И люди начали все делать себе прививки, и вот на этом снова начали зарабатывать. Ну, в корону тоже хорошо зарабатывали. Вот снова началось. Капец. Сейчас же пандемия. Руфатовирус, ужас. Не слышала? Mm-mm. Руфатовирус. До вас не дошло еще? Нет. Курю ли я, пью ли я? Да. Курю, пью, да. Ой, бай. А ты? Ой. Я парю. Курить не курю, пить редко, в месяц, раз в месяц, и то не факт, может, полгода. А что пьешь? Обычно вино, шампанское. Слушай, а у меня несколько карт по 115 ФЗ въебали, вариант разбанить? Не знаю. Почему? Ну, без понятия. Блин, а что делать? Вообще, ты можешь совет какой-то дать, чтобы по 115 ФЗ разбанили? Вообще не знаю, честно. Блин, я Какого просто... Какого тебя? Рост 1.84 м. Нормально. А у тебя? 54 метра 54. Метр 54 и 54 килограмм? Метр 54. Ты дюймовочка, а вес? Вес 60. О, хороший вес, знаешь. Я 1.84 и вес 80. Нормально. На кого учился? На медика. Я же фармацевт. Фармацевт, окулок и ставлю эти прививки, там, вот эти системы сейчас. Мне прививки будешь ставить? Могу, да, могу 1-2 раза поставить, нахды. Ладно, продиктуй инсту. Потом продиктую, дай поговорим. Я тебе сейчас по камере позвоню, так удобней. Я хочу наркологом стать, вообще чахну. Употребляешь что-то? Кого? А что ты употребляешь? В смысле? Ну, употребляешь? Не поняла. Употребляешь что-то? В каком смысле? В прямом. Типа из вот этой такой фигни? Нет, ну, типа там аскорбинка и так далее. Аскорбинки? Угу. BMW или Mercedes? Mercedes. А, у меня CLS 63. Банан. Вообще не шарит. Банан. Банан? Да, банан, надо банан. Ты приятно хохалуешь. Что? Алина, ты какого года рождения? Даже хочешь скажу? 4-го. Даже это же. 2004-го? Да, 19 лет. Ах, 20 будет даже? Да, в этом году. А кто по знаку зодиака близнец? Лев. Охуеть, какого, 15 августа днюха? 27 июля. Июля? Я рак. О, господи. Почему? Ну, рак такой, злой. Не, это любимая поза моя, а так я близнец. Что? Кто ты по знаку зодиака? Близнец. 20 июня день рождения же у меня. А, нормально. 20 июня 99-го года рождения. Девушки нет, а у тебя?
Нет, 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 а у тебя есть парень? Че? Не, у меня девушек нету, парня тоже нету. А был вообще парень? Был, 5 лет встречалась, рассталась. Почему? Ну, ему другая девушка понравилась. Офигеть, а почему так получилось? А сколько встречались, 5 лет? Да. Секс был? Нет. Реально? 5 лет встречались, а что делали? Реально. Встречались, общались, целовались, обнимались. Он ухаживал, я цвела, все. А ты пишку не видела его? Нет, надо было. Ну, за 5 лет как будто хотя бы пишку показал бы тебе. У тебя получается пробег маленький даже? Без пробега, ни бита, ни крашеная? Получается, да. Губы накачаны у тебя? Хозяин один был, есть же, а? Хозяин один, о, я говорю этот, губы, не губы, накачаны, не накачаны? Нет, ты чё, меня родители убьют. Ты одна в семье? Нет, старшая, и получается брат идёт, и сестрёнка младше. А куда идёт брат? После меня идет, ежик. А ну живцы. Вообще. А, кстати, а ты? А? А ты старший, младший, единственный? Я самый маленький. У меня одной сестре 43, а второй сестре 34, и я вот 24. А, нормально. Сколько девушек было? У меня много. О, нифига. Да. Как так? Ну, 24 года, обо что делать? А сейчас почему девушки нету? Сейчас потому, что только вышел с тюрьмы. О, господи. Да, сидел. За что сидел? Надзор. Ё-моё. А что ты думала, блядь? Надо же зарабатывать как-то. Трэш. А у тебя папа есть? Конечно. Сколько лет папе? 43. Молодец. А он водолей по знаку зодиака? Нет, лев. Он тоже лев? У вас, типа, под этот трек, знаешь, «Каспийский груз», «Хочу сына, но чтобы только лев». Всех планировали именно. Нет, мама весы, брат весы, сестра стрелец, я и папа лев. Охуеть. У вас прям, знаешь, как будто на рынок пришел весы, лев, рак. Че, по кайфу уже, именно целый набор для рынка, знаешь, чтобы открыть точку. Естественно. Завидуешь? Я не ревную. Подожди секунду, за рулем перезвоню, за рулем. Секунду. Алло. Алло. Как дела? Хорошо. Ты картавишь, радость? Нет, не картавлю. Ты откуда? Что? С чем санын анону, атону, сани, мани, нерде сан канки? Ля-ля. Вы откуда, блидоты? Чё спиданул? Я говорю, вы откуда? Краснодар. Заругай. В смысле? А сколько вам лет? 18. Тур из Краснодара? Откуда именно? Тебе зачем? Я сам краснодарский. Блядь! Ну нахуя я это начал? Блядь, ну долбоёб! Блядь, какой тилт, бро. Блядь, и прикинь, вот в натуре, блядь, соскочило. Блядь. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, мадемуазель. Как ваши дела? Сколько тебе лет? 24, а вам? Поменьше. Ну сколько? На 3 года. Это, блядь, сейчас географию включу. 21, правильно? Да. А вы откуда? Математика. А вы откуда? Москва. О, с самой Москвы или с области? С области. Откуда именно? Химки. О, я с Одинцова. Ты же Москва? Да. Чем занимаетесь? Я твой рот ебал. Подожди. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Как ваши дела? Да ничего, нормально, ваши как? Прекрасно, вы откуда? С Волгограда, а вы? Волгоград? Да. А чем занимаетесь в Волгограде? Танцую, пою, играю на гитаре. А сколько тебе лет? Реально. Сможешь? Мне 17. А сможешь сыграть на кожаной флейте? Чего, кого? Кожаная флейта. Ой, я такое еще не изучала. Реально? Реально. Кожаная флейта, на кожаной флейте умеют играть опытные дамы. Я на гитаре, наверное, от силы вот самой нормальной песни знаю нервы. Я с Жилгородка. Откуда? Жилгородок. Не слышала, по-моему. Ну, ладно, не в этом суть. Вот сколько, вот смотри, вот ты кто по знаку зодиака, близнец? Нет. Овен? Нет. Хуй тебе в обед, а кто? Стрелец. Охуеть, почти угадал, представь. Кстати, ты знаешь то, что... Почти, Овен. У меня есть новые услуги. Какие? Услуга пиара. Не хочешь попользоваться ими? Ну, не знаю. А ты что, популярный? Да. Сколько фанатов, не знаю. 3 человека, мама, папа и сестра. Сколько? Подожди. Пацаны, рассказываю про видос Ахмеда, который сделали перезалив. Мы его смотрели там, где он на приоре и так далее ездит. Этот перезалив, мы его уже смотрели с вами. Потом его перезалили, даже на Ренатку суету его выложили, потом Ахмед попросил удалить этот видос. Потому что там были проблемы с монтажем. Алло, здравствуйте. Здравствуй, как дела?
Все хорошо у вас. Ты откуда? Я из Латвии. Из Латвии? У меня друг там живет, в Риге. Да. А кто у вас президент? Не знаю. Давно там живешь? С самого рождения. А сколько тебе лет сейчас? 17. Офигеть. А почему сейчас только одни 17-летние? Не знаю. Закаты жизнь в Краснодаре такая. В самое сердечко. Знал такое?